винтажный стереоресивер норвежской корпорации Tandberg. Модель называется TR-2025. Норвежские Tandberg ценятся по всему миру. Король Норвегии слушал их всю линейку, скажем так. Поставляла эта фирма Его Величеству Королю Норвегии свои вот такие вот аппараты. Не знаю, этот был у него, но думаю, что тоже был. Так же, как Уинстон Черчилль слушал акустику под названием Танной, так и король Норвегии тоже слушал. И слушает, я думаю, до сих пор. Ладно, это все прелюдия. Ресивер превосходнейший. Они их все меньше и меньше становятся. В стране их много. Не знаю, почему народ не понимает. Это великолепная, грубо говоря, сборка. 2025 – это самый распространенный ресивер. Звучит великолепно. Мощность заявленная тех времен. Там другие были по факту обозначений по мощности. Значит, заявлено здесь при 8 Ом 25 Ватт на канал. При 50, не знаю, никто ничего не говорит. Но типа там, думаю, при 4 будет Ватт 50. А по жизни я скажу, что по ощущениям, вот даже ручку включу на 9 и дальше крутить не буду. Мощности здесь хватает качнуть любую акустику. Значит, сопротивление от 4 до 8 Ом. Две пары акустики. Кабинет у него ТИК. Прекрасное состояние. Морда алюминий. Имеет FM тюнер от 108 МГц до... от 87,5 до 108 МГц. И имеется 5 преднастроенных станций в пресетах. Вот они. Все покажу. Это ручка настройки. Это уровень сигнала. Это качество сигнала. Все работает. Все в стоке. Значит, подсветочка голубая. Лампочка стерео горит. Стереодекодер работает. Аппарат, значит, имеет два выхода на акустику. Значит, сопротивление, я уже сказал, от 4 до 16 Ом. Вот. Выход реализован на терминалах. Точка тире, так называемых, старушечек. Ну, ничего страшного. Но зато надежно. Здесь вот есть кнопочка включения. Сейчас мы включим ее. Сработает релюшечка. О, сработало. Значит, есть выход на наушники 6,3 под ручкой Volume. То есть громкость, баланс, бас, трейбл, улучшайзеры. Значит, есть кнопочка. Ее тут не видно на черняге. Не знаю. Так вот, а вот видно там Loudness. Под этой кнопочкой моностерео под балансом. Значит, под басом есть отключение по низким частотам фильтра. И под трейбл, значит, высокие отключения фильтра. Я их не буду трогать, лоунд шевельну. Значит, здесь, значит, два спикера, я уже сказал, А и Б. Вот, входы у него тейп 1, тейп 2, фона, скажем так, и монитор. 4 входа. И свое радио. Вот кабинет прекрасный, в деревяшечках, все, как говорится, по фэншую. Сзади выглядит это дело вот так вот. Красиво. Made in Norway. Tandberg TR-2025. Питание, само собой, 220 вольт, потому что это Норвегия, там нету никаких 100 вольт. Это все вот, значит, А, Б. 4.16. Я подсоединил К. Все хорошо. Слушаем радио. У него, знаете, лицензии и сертификат. Все знаем. Вот, значит, где у нас там переключение? Здесь по стереомоно. Вот моно, вот стерео. Все работает. Так, на этом достаточно. Подсоединил я
Тейп монитор один, слушаем. Сейчас все в нулях, вот такое все в нулях. Левый канал, стерео, правый канал, высоких подкинем, баску и лоунус включим. Мощности здесь до дури. Ну, вообще. Поставил на 8 часиков. Фона забыл сказать, фонокорректор представлен головками только ММ. Но это вполне достаточно. Кстати говоря, корректор шикарный.
ничего не хрустит, не трещит. Прекрасный аппарат Танберг ТР-2025. Ведь по-честному скажу, что есть 2045, 2065, 2075. Разница только мощности. Куда эта мощность? Понятия не имею. Тут и так до дури. Это все. Спасибо.